Крым украинский. США не признали российский референдум в Крыму. Об этом накануне заявил госсекретарь страны Майк Помпео. На своей странице в Фейсбуке президент Петр Порошенко поблагодарил американских коллег за такую позицию. По мнению главы государства, в вопросе украинского Крыма позиция должна быть бескомпромиссной. Также Порошенко попросил всех международных партнеров поддержать заявление Помпео.